Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем трек на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем нашу платину. Один из моих фаворитиков. Она любит деньги, я тоже. И голососа, она хочет больше. Кровь из носа, не чувствую лица, мне хорошо здесь. Пока я на кетне, это больше, 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 больше. Ребятки, во-первых, он повзрослел. Я его смотрю на него, он повзрослел, да? Как он исполняет, мне, ребята, нравится. Это вот я услышала первого исполнителя, первое, когда я начала снимать вот эти реакции, да? Он у меня был первый исполнитель, ну, одним из первых. И вот именно он начал петь вот так вот, понимаете, завуалированно. Я вначале не понимала, мне не нравилось вначале, а потом я полюбила, мне интересно показалось. И вот он опять поет так же, ребятки, завуалированно. Мне нравится его манера исполнения, ребятки, очень нравится. Клип очень красивый, ребят, посмотрите, как красиво, очень красиво. Голос красивый, музыка интересная, ребятки. Давайте слушать дальше, ребятушки. Крошка, не думай очень много, yeah. Вина для здоровья, легаля соус, дорогая тетя, да. Смог на голову, да все дизайнер, легаля соуса. Даже на яленька, легаля мода, если я курю, то курю на гуле. Но я не ношу с собой, да мне все привозят. Это дура, думает, что ты думаешь. Она не в себе, да не знает больше. Кину в одну папу и теперь мне помню. Не думай головой, думай работай. Разве по-другому ты хоть что-то сможешь? Да, тебе надо здесь, меня так легко найти. Хочет быть таким, как я, все как я так хотел. Я даже не начинал, все спойдем, все спойдем. Она любит деньги, я тоже. Легаля соуса, она хочет больше. Кровь из носа, не чувствую лица, мне хорошо здесь. Пока я на тебя, это больше, 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 больше. Крошка, не думай очень много, yeah. Вина для здоровья, легаля соуса. Легаля соуса. Легаля соуса. Так, ребятки, во-первых, о клипе поговорим. Клип очень профессионально снят, ребятки. Очень красивые места. Платин любит путешествовать, я так поняла, ребятки. Все очень красиво, ребятки. Платин красиво двигается. Мне нравится, как он двигается. Танцует, ребятки. Музыка интересная. Как она интересная? Типа игровая музыка. Лего, да, ребятки? Может, сейчас это модно? Это вот есть некоторые, я слышала, у некоторых тоже такое есть. Наверное, это модно сейчас, я не знаю, друзья. Поет хорошо. Хорошо, мне нравится. Слова завуалирует. Ну, как-то стильно все это получается у него. Мне нравится, ребятки. Пока, мои хорошенькие.